походу надо запись подключать. Че, куда лететь? Гэмхэм. Магик. Вначале магик. Простите. Ребят, а скажите, пожалуйста, как скукотище зайти в рейд 25 его не пускает на канал дискордовский? Че там, кто разблокировал? Это шаман. Как кто это? Хил? Скукотище, да. Скукотище, ему скучно, да? Очень. Ну, наверное, просто не выдали это звание. А звание в игре влияет на то, что в Дискорде? Не-не-не, в Дискорде, возможно, не выдали звание. А, выдайте, пожалуйста. Сейчас. Блять, что за хуйня? Это где танки вообще? А что, танков нет? Тут... Руки позакрывать, я еще спекнусь. А я в гостиной должен стоять, я да? Я тоже руки позакрываю. А, хотя надо, чтобы еще 10 миликов было. Ну, он где-нибудь во флодилке или где-нибудь написать. Сейчас я его... Сейчас, где оно, блядь. А, в гостиной его написать, да и все. У нас где-то руки закрывать некому будет. В общем, проблема. Я буду закрывать руки, я спекнусь потом. Руки могут надо, закрывать. Чтобы еще под лицом было 10. Весь рейд может закрывать руки. Минус 10 но человек, которые... Это... Может он на Милика зайти? Он в гостиной сидит. Скукотища, Дмитрий. О, Леночка еще. Кто-то с РДДшников... Мы сейчас еще ждем, чуть-чуть. Народ подтянется. Там и что заменим. Если что, я зайду. Ладно, полетели пока чистить мобов. Печок, да? Вот так. Так, магия. Вот он там видеть. Так. Авелания давай танком, Шельпец тоже и Катрисия тоже. Окей. Okay. Знаете, я бы вырвал эту чарку. Наверное, сразу 40-го. Налить всем по чарке. Пиздец. Да даже больше. По две? Если в неделю ролишь 3 раза, уже сколько раз ты рулил, блядь? Месяц 4? Месяц 5. Магмадарион сначала, да? Угу. Кто это? Так, Карбонара, что у тебя по этому левелу? 260, что ли? Ладно, за пивасом надо это отметить. Так, Кубмастер, что? Уже, да. Ой, я себе причину отметить. Так, блядь, сколько я ее ролил, да не пойму. Не пугайтесь. Пойди все водички, наверное. Кто может завтра ГМХМ пойти? Сегодня. Или простой, какой ты хочешь? Кто может завтра пойти? Из тех, кто сейчас в рейде. 4? Да. А сегодня пятница? Нет. Четверг. Сегодня же вайп. Точно. В смысле, ты завтра, ты говоришь, твинками имеешь в виду или кем? Давай, это Сезжу, ты пойдешь этим, как он называется? ДКшником. Да, нет, ДКшником. Я завтра не пойду. А чё так? Ё. Ну, у меня завтра дела будет, я буду отходить. А сегодня у меня дел нет. Ну и ДКшником я вряд ли пойду. Так, чисто если помочь. Я понял. На все бабки, да, играем. Так. Рианти завтра можешь? Ультраприст Шадоу. Вон Милика можешь, но стресс. А Зози тоже Милик? Да, кошка, вроде, да? Вроде кот. Да. Ну, можешь на Хэлло поменять. Посижу, почилю. Зози, ты по ИП там что-то заберешь, нет?
Мне ничего не надо. Ага. Одна тогда. Только запуск СЛК. Так, вот так пока свичнем. Так, ну пока что. Ты можешь меня на СЛК свичнуть, мне только, типа, только ТТГ надо. Ну, он синтек пришел, но он ушел что-то. Если там чуваки очень сильно хотят. Хуярим, трэш. Ща поглядим. Том молоко это кто, блядь? Касочки не надо, да? Кринж. Кринж, выходи. Да, хули Локи нахуй играют раз в полгода. Не заходят на обычки. Че там, слот еще есть? Ты кем хочешь? Могу завтра зайти мне. Так, на замене у меня один перс только у Зози. Зози, у тебя один перс? Зози и Шану. Ну, есть ДК. Еще. И хант. Но никак. Что они все представляют? Ну, 4-4. 253, что ли. Че по ДПС? Не знаю, не играю. Ну, в хантом, в ГМ там 12-13 давал. В десятке. Лифт есть? Да, 8. Ты кем пойдешь? Ну, кем надо. Могу вара, могу в ДЦшка пойти. Ну тут фул пока, ну так не знаю, если кто-то уступит. Да мне не обязательно, как бы я могу на змеем сидеть. Да, чего ж. Посиди. Если кому-то прям сильно надо. Да, давай пока так двинем. Это, угу. Слушай, я что-то не знаю, Карбонара, Хукмастер, Ниола. Ниола слабоватый, ладно, посмотрим как получится. Да не, на ГМХ им хватит, ну чё. Нет, ты там, ты хили. Главное в конце. Ну и так нету. Главное, зайдите на персов в конце, чтобы плюсануть. Чё Карбонар-то? Кикать уже собрался? Да, магазин, говорит, иди. За пельменями? За пивком. Праздновать будем, топочарку рольнул себе. Там Shadow Knight пишет, что он завтра работает. Ему сегодня надо. Ну смотрите, это решайте все, потому что я уже метки на кубы ставлю. А гиене не наливать. Кому как удобно. Так, на кубах. А чё, почему его не наливать? У него просыпается гиена. Просто не наливать. 2, 2, 8. Тролл Д. Гея, давай. Точник, я... Чё, заходите сюда, ставлю рыбу. На боссе. Так, кто там с танков? А Вилане на трэше будешь. На боссе первый Вилаша, второй Катрисе, третий шлепец. Че у вас там, кстати, восьмая пати не мешает, хилы? Краса не добудет. Ну, у меня она отключена в Вуду, я не знаю, как у других хилов. И просто если мешает, можем ливнуть. Да, давай свичнем пока, уберем.
Алло, всем привет, я тут, если что, на замене пока что. Ага. Привет. А кто будет этих танчить? Адов. Вилания. Вань, пойдешь контракты пока поделаешь? Ну, ты такая. Давай, пошли. Мордан, да, пошли. А сейчас за ДК зайду. Блять, а где он? Сейчас зайду за ДК. А вот на Вилане. Дайте столик маги. Кубы свои увидели там. Я да. Но что-то я очкую. Все, даю отчет. Ну-ка, Неола, посмотри, сколько у тебя сейчас СПД. Доп. Лечения. Смотри, в рейде какие челики. 0 ЕП, 37 ЕП, нахуй. Ну, скукотища первый раз, чё вы. Только да, вступил да. В гильдию. Уважаемые это, люди. Я там по ошибке дал 50 ЕП всем, нахуй. И не было 12 тысяч. Дальше идут те, кто редко-редко играли. Ну, Карбонар тоже вторую вроде неделю, да? Да, я только взяли, только недавно я чё. Так. Геру. Я что-то не понял, что за... Почему на мне ромбик? Возле ромбика куба встань и будешь прожимать куб. Ну пиздец. Опачки. Подстал. А что ты не был вообще не был готов к этому, да? Нет. Настроился. Конечно. Понял. Нажимаем кубы. Отпускаем. Череп зергаем. Зергаем все быстрее. Милики тоже. Прием. Вилания, что с тобой нах? А Вилания, блять, что с тобой? Нахуя ты их под босса подвел? Падайте.
Что у тебя за проблема? Я же не танчил тут, ну типа ни разу, блядь, я хуй знаю, что делать. Я думал, что их просто подлосы, но надо подвести. Нихуя себе, ну ГЦ, вайпл рейд. Ну сорян. Падайте, в лужу зайдите. Гитаристов, что ли? Да, она не бьет, лужу по 2000 снимает. Ну встаньте в скелетов. Ну нормально ты подумал, да? Ты до этого не видел, что они делают эти мобы? Охуенно было под босса их подводить. У портала их держишь. И? А рейд стоит от, на 30 метров от этих мобов. Если этот, если близко станете, то вы не успеете увернуться. Поэтому и стоите дальше. Стоите дальше от этих мобов, чтобы успеть увернуться от этих четырех хуйней, которые они выпускают. Первого моба там, который будет, оставишь танку какому-нибудь, который свободен на боссе, он стаунтит. Okay. И там это самое, тонус там. Ретрика нету, блять. Ну вилаш оковы забросишь на него. Или грипанешь оковы забросишь, если будешь свободным. Но гламур пока стоишь этот. Фир пока, да? Изгнание. В первого скелета. Но остальные пускай РД заливают. Хотя их мало. Те, кто умеют бить там, так, чтобы не сдохнуть, бейте, в принципе. Хотите, пожалуйста, пойти бежать? Там, если лицом, лицом к лицу стоишь, то получается... Слева, слева назад и справа назад, и вперед вверх и вправо вверх они идут, это, ну, крест-накрест, то есть идут, эта хуйня, то есть это можно учитывать, либо ровно сбоку, либо ровно сзади, либо ровно с другого боку, либо спереди стоять. Ну, я буду сзади, сбоку где-то. Ну, танку-то похуй, я имею в виду ДДшника, если бить пойдете. Вот. И имейте там прожимки какие-то, ложный выпад там. Вот. Ну я вообще к таким мамам не хожу, это бред. Время идет. Oh.
У кого там, блядь, эта хуйня нахуй? Тупо. А, я сейчас убьем, я это наушники один, чтобы ты не слышал. Скринж какой-то, блядь. Это Вашка у него. Я думал, китаец какой-то сидит, пиздит какую-то хуйню. Нет, это когда у него откатываются белки какие-то. Так, такой звук. Китаец Вашку записывал. Так, да. Это не у меня, блядь, тогда вы чё? У меня тихо это всё. Ну, это чё это за хуйня, нахуй? Вы, наоборот, кринж, нахуй. Это рестелс. Ой, бля, ебанёшься с вами. Прожимаем кубы. Отпускаем. Первого моба зергаем, нахуй. Свободный танк стунтите. Остальных возле портала держи. Возле портала. Гнев небес дашь, третий выйдет. Зергайте быстрее РДД, только этого. Только скелетов играете. По скелетам, нахуй, ну. Есть дамаг, нет? Сначала череп выбираем. После черепа крест. Хуяу. Заебал. Как он заебал? Чё он говорит, кто-то переведёт? А, это, блядь, расовый, блядь, звук. Это кринж, нахуй. Сейчас я одену наушники. Это расовый кринж какой-то, ну. Расовый китаец. Какой, ебать, кринж. Блин, что же разовый. Так. Да, бесы. По кубам встаем. Нажимаем. Пятый куб. Ромб, нахуй. Ромб, сука, мудак. Нажимаем. Блять, какого хуя ты спишь? Все, отпустите, нахуй. Ебать, вы видели? Он стоял, кастовал, нахуй, просто стрелы свои ебучие. У тебя что там, ДПС, блядь? Блядь, не отвлекайся. Я без наушников был. Я понял, нахуй. А так не видно, да, что кубы? Подводи бесов. В бесов. Мои баны. И ауешим. Чё с мобами вообще? Это криво. Ладно. Верьте, ауе, фулл ауе, только по мобам, не по боссу, по мобам. Фаза. Ну, уходим, хули. Пиздец, нахуй. Вы в луже специально стоите? Ложитесь. Дожили, блять. Опять твинков понабрали. Ой, бля, заебут. Чё там, знающая замена приветствуется? Да нахуй это замена, блядь, тут бичи в рейде.
печать Мактеридона. Взрывной финал, Леночка, дай шкаф. Five, four, three, two, one. Чернотворца убейте. Хероферить-то, блядь. Но стрессовый лид, походу. Чтоб не крутили, а уем, блядь. Чтоб чернотворцев били. А то их не видно. Замена есть какая-то прямо сейчас? А, не успею. Для кого надо? Там сова спрашивала. Сова, которая дерево. Поздно уже. Ну ладно. Магник уже пальнулся. Shadow Knight хотел. У него завтра работа. Он завтра никак не может. Захожу в игру. Ты Shadow Knight? Ну, вар, но стресс. Ладно. А чё, никто Shadow Knight не уступил? Типа, кто завтра может? Кто сейчас в рейде?
А ему вообще нужны этот магик, что-нибудь это такое? Я могу вступить, скорее всего, завтра буду. Только сейчас узнал. Так. Демоны. Нажимаем кубы. Вводим к демонам. А уешим демонов. Это подведи прям очко босса, хвост босса к порталу. Кто-то босса держит. И прям чтобы это, блядь, все вместе стояло, чтобы... Карбонара, если сиджу. Я в ахуе, блядь. Там, ну что там за дела? Вы напуливаете на Виланию? Кукмастер, ресы и крипто. Седжу не встает. Так вставай, Седжу, блядь. Че там, все вы добрали, что ли? Нету места. Не, мы просто магик объем. Сбивать косты, бить мобов и диспелить проклятие надо. Маги диспельте. Друиды тоже. Суман хил тоже. Быстрее заливайте этих мобов. Куб, куб еще где? Просто так нажали или что вы? Вот все. А кого он вызвал? Опять демонов? Ага. Пять демонов. Ну два демона бейте первых, потом по боссу. Ты можешь очко босса поставить к порталу или как? Ну как? Блять. Вот, и разверни хотя бы боком. И подведи в очко в хвост босса демонов этих. И напуливайте на Виланию. Демонов бейте быстрее. Их 4 нахуй. Должно быть 2 остаться уже. Заберите, ну, грибаните с центра. Дайте стан, сало ему какое-то. Все, босса бейте. Демону сбивайте каст. Ну вы что делаете, блядь? В чате хлопаете, что ли? Просто нахуй. Ебать. Что-то сложно. Да нихуя не сложно. Дауны какие-то просто в рейде собрались, блядь. Какой пидор куб не нажал сейчас? Это первое. Второе, блядь. Два моба убить и по боссу играть. Это пиздец. Это до этой хуйни, до каста вы бы убили, перевели босса и пошли бы к звезде. Нахуй так играть-то, блядь. Я просто хуй знает. Я в ахуе вообще, блядь. Кто не нажал куб сейчас, блядь? Вадикон, ты не видел? Не, ну на той стороне от ворот противоположные. Либо тросли, либо ромб, я точно не видел. Да,
Нет, не освободить. И вот он куб тоже понажимает. У меня на панель некуда поставить, блядь, кнопку для ГП, блядь. Да, 65-66. Бля. Чё? На ДПС глянь. Гадюку убери. Да, блядь. Да нет, это очарки больше. Прям это лишняя НРА вообще тема. Типа вера больше спамится. Ну, то что, да. Регена больше старого. Дом на соляре заебись должно быть. Трех мобов заливать, блядь. Демоны. Прожимаем куб. Отпускаем, подводим демонов. Босса.
сильнее, видишь, тебе прям пиздец, прям вот эти вот 60 тысяч. Встаем по кубам, скоро будет вспышка. Вот, бесы. Прожимаем. Все, отпускаем. И фул по боссу хуярим. Там 2-3 демона выйдет. Будет 50%, к звезде отходим. Главное, от портала отойдите, там зеленая лужа появится, чтобы вас контроль не взял. 1%. Все, к звезде идем. Бесов сюда, демонов к нам веди. Косты им сбиваем. Проклятие диспелим. И бесов бьем. Сначала бесов бьем, потом босс. А чарка, которая общая, восстанавливает процент какой-то от маны с ТТГ, она пишется в рекаунт? Рекаунт еще мало чувствуется. Ну, нет, скорее всего, не будет. Там нужен details еще ставить, потому что рекаунт, он не все пишет. Сейчас у него проблемы с этим. Он Т4, кажется, не всегда пишет даже. Полученная мана нахуй. Так. Восполнение. Может, оно восполнение маны его пишет. Ты имеешь в виду, который на пушке? Всплеск чар? Нет. Нет, это грешная чарка, восполнение маны. Успел нахуй. А чё печать дает? Это... Т4 дальше раскрывать, да? Да не, это хуйня, короче, братан. Да конечно, о, на экипировку Т4, что ты мне сказки, лапшу на общем не вешаешь. Перчатки надо кому-то. Ну,
заспил, да? Журавль. Нормальная тема, да? Это нормально должно быть, если одна ручка есть. А что сейчас печать? Наверху норм. Там боссов там. А вторую печеньку разролил? Угу. А почему это я не видела? Да он сразу две кидает. Mm-hmm. Хули, может себе позволить? Ну какая разница там, если сразу же там по приору просто. Да. По приору я вообще... Понятно. А, поставь группу, пожалуйста. Группу обязательно? Чтоб ну, лутануть тут... квест? Грул-лут тебе поставь. Руда. Руда. Копать руду. Руда. Чё, здесь руду копать? Так, с чё? Да. Спасибо. Ой, ёбаный в рот, блять. Ой, я не помню призм. Блять, а я думал, я в рассеивание не попадал, когда это дебаф-то снимали. Ёпт. А ты когда ушел, там мы, по-моему, что еще посидели час и все. А то, что убили соляру, ты ж после соляры ушел. Если не ошибаюсь. Еще бы вот если все классы до 25 догнать, еще не рфануть нахуй. О, КЗС, нахуй, по ХП, блядь. И тогда вообще с песня, нахуй. Да какие 25, если они 25 увидят, занерфят нахер. Ну а сколько должно быть? 4-4. Ну, я не знаю, хрен знает. Но если фул, ну, 24. Наверное. Ну, так это почти 25. Поставьте джипса. Опять же, сразу все остальные заноют. Обычно. Вот тебе допайсит, мне допайсит. Так надо все хапать, нахуй. Ну, а мутики так... хорошо ноют. А, мутики просто, понимаешь, как-то они более скооперированы. То есть они вон у этого, блядь, сидят, у Батоши. Сидят так на форуме, блядь. Ну... Как-то здесь комьюнити Рогов, оно более-менее. Это ТШДшники какие-то странные. Ну, ШДшникам тоже бы такое эскалирование какое-нибудь добавили. Ну, 0.5 убрали. Типа с левелом. Ну, кого это, покажи еще раз окно персонажа. Но комбатов тоже будет. Это у тебя ДЦ, да? Но а поставьте не... на Дживса меточку, пожалуйста. Да. Спасибо. Печенька стоит. Перезагрузки серваков не будет. А, ребят, еще просьба. Не могу в гильдбанк даже в третью ячейку закинуть, у меня рецептов от ювелирки дофига не нужно. Я бы отдал, просто закинь. Что за рецепты? Синие, да? Что? Да, там очень много. Да, кто выкинь, качает, просто. Выкинь, нахуй. А, просто продать, там есть и на этот, на белый камень две штуки. Фигня, если фигня. Не надо. Фигня это все. Да, не вопрос, продам. Этот, ювеланша будет, давай тебе эти мобов, там гены только нету. Виланша будет на Локе, Катрисия на двоих, Шлепец на Луне, а Вилания на Кресте.
Сержа. Заебал. Чё, блядь? Ну на мобах же можно в танках пулить, это пиздец, например. Это ж сразу уебал ему. Ну, одно убили тебя с фокуса. Череп в черепе. Крест в кресте держишь. Не надо в меня. Луну. Луну там недалеко. Ну, этот, Катрисия, знаешь, где своих держать. Ребят, напомните, пожалуйста, мильки какого не бьют вообще? Не бьют луну и крест. Спасибо. Смотрим, кто откроется. Смотрим за агро. Так, открылся крест, смотрим за агро пока. Немножко рейндж возьмите, там, от ТДшники. Только не в сторону этого кеглера, чтобы вас не откидывало. Вот так, чтобы пол рейда дамаг не получало. Это вары там, смотрите, если на вас собаки срываются, уйдите нахуй оттуда. Если это багом срываются. И собаку быстрее залейте, и все. Так, лук открылся. Фул по луку. Собак забери, Вилания. Диспелим магия. 100 ИП, кто первый по диспелу. Давайте, Геру. Заберите собаку. Собак заберите. Боюсь. Танки, которые танчат, там шлепец, а Вилания поточечно позабирайте собак ебаных с рейда. Чтобы они не разъебывали. Ну и похуй. Собаку еще вот ебаную заберите, ультраприста бьет, блядь. Алло, блядь. Так, слепоглаз, да? Юмор, ТД слепоглаза.
Че, мельком его пиздить можно? Не, не надо. Можешь попиздить. Опять типа гласно. Там когда, если срываете, смотрите, хоть стойку защитную нажимайте, чтобы вас не убило нахуй. Щит там одевайте. О, там не скоро. Там Вадикон. Вара 520, а Вадикон 150 всего тысяч. Я хуею нахуй. Минуту теперь стоять чилить. Это по локу дайте синюю джагу, бьем автоатакой его. Пиздец, внутренний огонь не бахнул. Тысяч 34 СП, да? Ё-моё! Круто! Так, крош открылся, бьём крестик. Сразу на РЖ стоим. Нора подраскидайте, там вынёлы маловато, ман. Этот самый... Шлепец освободился, забери короля и в луну поставь. Так, лук открылся. Лука добиваем, собак потаунтите. Чтобы они не разъебали мелика. Диспеливайте. Что-то кеглер, блядь, не открывался нихуя. Ну, кегли убьем, треугольник.
пойдем. Смотрите, там какая-то хуйня. Мощь тьма, нахуй. Какая-то параша сейчас произойдет. Я не помню, что это. Или собаки, блядь, или вовсу превратят. Вот собаки. Хуйня. Нихуя. У кого-то телефон. Админы звонят, обнову выкатили. Меня до хера слышно, да? Да. Телефон, тебя же, у тебя же активация. Ты ж по кнопке. Ты просто по кнопке поставь. Все. Нет. Буду молчать, слишком громко телефон. Я все понимаю, нахуй, ну милики стоят, а я почему под боссом стоит, когда там баф, нахуй, который отойти надо, блять, на боссе. И где, ну, хильте их как-то поактивнее, хуй знает. Буйный рост, омоложение на миликов, на всех. Щиты накинул, кидай это, обновление. Минус шаман. Да там хилы у них, господа, нет нихуя. О, наручи, которые редко падают. Боря, дай впереди с печеньку, а? Кому? Христу дай в кредит печеньку. Кредит? То есть это какая-то новая механика. Кстати, кто к союзной расы качает, вот сейчас за то, что ты делаешь вот эти вот ивенты, вот, там дают репутацию с ордой и откачается союзной расы.
оказывается. В смысле, ивенты делаешь? Ну, вот это вот, предки. Ну, типа, сдаешь предков, и там тебе дается репа с ордой. Предков вот, сдаешь. Не сдаю. Потом не думал, отправят еще. Смотрим. Немножко качается он. Ну, немножко, это не немножко. Ну, там 92 за сдачу одну. За каждый квест? Да. А сдачи там много. Их нужно даже на ауке выкупать. Что за альянс качнуть? Сходить, клинков. О, ёбаный ты в рот, тварь тупая, нахуй. Чтоб тебя нахуй разорвало, блядь. Ебаная. Вон, смотри, нахуй. Телефон выключил. Уже звонят в квартиру тебе. Хуйня. Ты нахуй. Трубку не берешь. Пробегайте, блядь, у меня дон нахуй. Бегите через коридор. Сука. Ой, блядь, отключить модификацию. Мозг себе отключите, блядь. А, сука, я не выспался, блядь. Вроде поспал, блядь, не выспался нихуя. Найс поспал. Сколько, два часа? Сидели фильмы смотрели. Так я потом поспал 4 часа, блядь. 4 часа, это найс. Nice. Вообще найс nice просто выйдет. Вообще в ахуе, блядь. Давай потом с тобой устроим кучу марафон. Нет, мне было веселее. Я, получается, встал в 2. Всю день целый сидел. И так до 11 вечера не спал. Я вот не понял, какую он мне модификацию ебаную отключил. Тварь тупая, блядь. Просто не понял, что произошло. Да ты реложись и все. Кто там так дышит, нахуй, что, блядь, еще землетрясение не произошло, нахуй. Распределяйтесь там, то подъебало. Вот, Вадикон. Смотри, приструанти там стоит и на этом, на королях. А чё отключилось-то, нахуй? Вообще не ебу, блядь. Ебаная игра, блядь. Грул по движениям похож на Асматика. Он и есть астматик. Еще у него слюни, он текут, он, блядь. Ужасно. Значит, он от умственно отсталый, блядь. Блядь, как я с похмелья. Нихуя себе. Мы заключение какое. Ой, сколько ты в итоге поспал часов, минут? Не знаю, ну... 4, потом еще 2, это получается 6. Ну, это не совсем так работает. Ну, вроде нормально, но с перерывами же. Угу. Вот это журавль забрал кто, да? И... Не да лежит. Бой, ты все печеньки забрал? Так. Дай, пожалуйста. Так. Негодник. Так. А ты что думал, с котков пола? Давай, приз, вот. Да. Вольно, почилит. Шлепец, Рохан в танков. На боссе Авелания с Авелашей в танке остаешься и стоишь рядом с Авелашей, агро набираешь. Ну, вторым стараешься быть по агро. Окей, я понял. Просто всегда под ебалом тусуешься. Если не уверен, что выживешь. Ну, если ревность ты прокнул, то тогда 50 отдашь. Ну, у меня два ревностных, поэтому. А, ну заебись. Да, ты кот. Первая, вторая пати, вы стоите под ебалом. Два вара. Четвертая пати закрывают две руки сзади. Остальные закрывают. Скажи мне, нахуй. Ебало. Этот самый... И Неола считаешь только четвертую и пятую. А третью, ну кто успеет. И первую, вторую не трогай, я их посчитаю. Там кулак просят, кулак не дают. Ставлю рыбу. Сейчас все будет. Первый там Вилаш, а потом друг друга. Ну это понятно. Не обмазываться. Вот эти все. 30 кадров искрузит. Я хоть дичарку-то выбил себе. На реген этой энергии. Все, там все 50, мне кажется, будет. Катриси. Это дичарка. Кто там. Паладины. Один каски, один кулаки кресты. Дайте кулак по друиду 10 минут, или чего там.
Друид, я все хоты, у меня тут, ну как, я не по буду отключаться. По какому конкретно друиду каску? Ну, ой, кулак. Катрисе. По Катрисе? Окей. Дал точно. Я по всем подряд бью, я же не разделяю. Призену то же самое. Это Энг. И Валиан, это тоже Энг. Моя бить. Все моя крушить, да. А чё за хуйня, блять? Чё, у меня макрос не работает, что ли? Чё-то сегодня всё не работает. Я чё-то не понял, нахуй. Чё это за хуйня? Да ебать. Дворец какой-то, нахуй. Ладно, давай. Может, у меня... Давай на счёт три. Раз, два, три. Сейчас под ебалом только два танка. После адского готовимся забегать. Все, под ебало заходим, первая, вторая. 10, ой, хорошо. Руки закрываем. Падаем. Че, уже было? Что ли? Ну да. А почему 3 БР набралось это? 20 же вылетело, типа, ну 10 тел было, нет? Ну, кто-то руки, наверное, закрыл. Да. Так, дам диван. Кому? Кому же дали? Да. Вот, вот мы делать. Ходим сюда дохуя раз, вы все тут были дохуя раз, 100 000 раз убили этого босса ебаного обоссанного. И почему нельзя посмотреть направо, где вдалеке появляются руки нахуй? И почему нельзя, блин, кануться туда магом? Просто мне объясните нахуй. Три мага, вы куда смотрели в это время? Два танка закрывают руки. У вас два фуд, это порта, да? А вот. Чё? Руки закрывают два. Да? Да. Но один зашелся налево, другой зашелся направо. Да, а третий хуй пососал, блядь. Потому что его нету, нахуй. Опа. Маги, но нахуй. Маги, я вас красиво. Спрашиваю. Маги, три мага, нахуй. У вас конкретно спрашиваю, что, как дела, блядь. Это так и будет следующий трай, нахуй? Там появится ебаная рука, мы туда нихуй смотрим, да? Или как? Или третьего танка, или может еще 5 танков спекнем? Чтоб вообще пиздец было, нахуй. Я не понимаю вас, нахуй вам это надо, вайпаться тут, сука. Посмотрите вправо, закройте руку. Или вам поставить нахуй метку, где она появляется, блядь. Вы тут, сука, не первый раз, вот тут, нахуй, в звезде появляется рука, нахуй, вы ее сейчас проебали. Или я ошибся, нахуй, или там не было? Сзади была рука, ее закрыли, и слева была рука, ее тоже друид побежал закрывать. Ну, а третья взорвала рейд. Ну, вот, а другую я даже не видел. Видимо, она либо в миле была, либо хранилась. Она была в миле, не закрыли. Хорошо, в миле, вот тут правая нога босса в квадрате, нахуй. Сейчас назову, кто непосредственно ее будет закрывать. Валиант, Рианти, Ультраприз, нахуй. Вот вы трое, блядь, по очереди, нахуй. Дай бог проебете, блядь. А те, кто бегают за, ну, подъебало и это за спину босса, вы в левую ногу встаете, в правую, в квадрате появляется рука, туда не вставайте. Словите руку, нахуй, случайно, блядь. Не добежите подъебало, не успеете, тоже вайп, блядь. Заебал, нахуй. Поставьте селедку, пожалуйста. Ровно стоит. Ну, спасибо. Под шубой? Конечно. Блять, все эти расположения... Все расположения рук знаете, блять. И такая хуйня, блять. Отойдите от рыбы, блядь. Ешьте. Отойдите от рыбы, что вы делаете? Селедка под шубой, это женщина с хламидиями, да? Понятно, тупо. Так, замучить. Это что, пожилой юмор?
видимо, у человека предпочтение. Ну, а хули там 40 лет юмор, блядь? Какой 40? Мне еще до 40 долго. На счет 3, блядь. Раз, два, три. Ха-ха-ха. Один не забежал. Падайте. Че, опять что ли? Да. Падайте быстрее. Так. Ах, блядь, заебало нахуй. Так. На стресс. Грул. Ошеломляющий удар есть. Гена банан. Грул. Ошеломляющий удар. Один есть. Два нету, наверное, там, да? Дикон был под ебалом? Да, конечно. Призен. Грул. Нету ошеломляющего удара. Призен, почему? Объясни мне, пожалуйста. Но я не вижу, ну как был стоял, не было там урона у тебя. Пиздец, ну я не знаю. Фу, сука. Да идите нахуй просто, блядь. Ладно. Первая, вторая пати тела покидайте. Леночка, ставь шкаф. Виласа, лежи, лежи, Виласа. Да. Сейчас умнем. А Вилане, лежи. Ты ко мне с умом. Ой, бля. Райди, лежи. Первая, вторая пати. Какой из мудаков не забежал под босса один? Ты же уже нашел вроде. Ну, я не знаю, нахуй он говорит, был, блядь. Не, ну если аддон показывает, что не было, значит он не успел забежать. Ну, урон-то у него есть, вы чё? Ну, это весь рекаунт, может, не пишет. Так, кто-то, а чё ты сделаешь? Ну, было три ошеломляющих там, или сколько? Его чуть ли не все получили. Ты не найдешь сейчас так никого? Просто как бы он, может быть, и бежал туда, но не успел добежать во время каста, вот и все. Слаг был небольшой. Или пролаг. Что там бывает? Сегодня до часу РТ, нахуй. Да не парься, блядь. Нихуя не поменялось. Гламур. На счет три. Раз, два, три. Сейчас под ебалом только два танка.
когда адский пройдет, идем под ебало. Заходим. Вот этот удар должен 10 человек словить. Словило 10, нормально. Выходим? Да, идите за спину. Первая, вторая. Сейчас адские. И подъебало, быстро возвращаемся. 10, хорошо. Ой, блядь. Я хуею нахуй. Чё, 9-9 было, да? А нельзя в 12 человек забегать там или в 13? Почему 10 было, нет? 31 стак был, когда он адский дал. То есть он 3 дал ошеломление по 10 стаков каждый. Ну, 1-11 там вроде Элем или кто был, не знаю. Срез, надеюсь, без КД. Вставайте, хули вы разлеглись. КД реса. Так, все, уже могу. Не-не, но все. Типа показываю, что через 30 секунд сможешь встать. До меня не дотянулись. Не знаю, а что это вообще? Зачем? Давай, шкаф. Спасибо. На прошлой неделе в 6 часов уже в ЦЛК пошли. Нет, не сыпь соль нахуй. Да-да-да, все-все. А то в 8 уже все норм был. Это и пачка была более жесткая. Чё гиена, я не понял. Чё это, я не могу про еду. Что это? Да он пьяный, кстати, что опять. Про еду не может говорить. Не знаю, пройти. Пройти не может. Пиздец, нахуй. Так мы сумоним. Я в ахуе. Успокойся, только спокойствие. Вот, вот ты, блядь, похожим образом пишешь. Похожим, но не так же, блядь. Ну не так жестко, да. Тут прям пиздец, ничего не понятно. То, что он пройти не может, видимо. Вопрос куда? Кто его знает? Сюда. Пиздец, блядь. Я в охуе. Раз, два, три. Это, блядь, у нас такой рейд.
Подъебало. 9. 9, нахуй. Отворачивай босса, или они все подохнут, нахуй, когда он сейчас. Вот видишь, нахуй. Дикон, резай его. Под если... лицо резнул сразу, хильте его, хильте и бафайте. Если не будешь отворачивать, они будут вот так по КД падать, как бичи. Они сами-то хуй когда выбегут. Они же не понимают, когда надо выбегать. Что там сотка, они не смотрят на это. Им это неинтересно, нахуй. Убегайте. Да я ебал, нахуй. Сейчас еще адский будет, что вы туда идете. У нас кто-нибудь забежал под морду 10, да? Ну, я надеюсь, нахуй. Ну, если нет, будет вайп. 21. Катри Серис и Гену. У меня еще БР есть. Надо уйти из-под лица. Ну, уходите, уходите. Так вы носите, блядь. Все, обратно. Да вы сами хуй нарыло, да? Типа, ну... Я на... Ну, и, блядь. На циферки смотрим, на циферки. Рисать? Всем похуй, видишь, рейди. Нас слишком много под лицом лишних набежало. ГП ебашить. Лишнее ГП надо ебашить. Уходим печь сейчас? Да нет, еще один удар. Ну тогда не успеем на адски небось выбежать. Ну ждем. Вот сейчас и после него выбегаете. Там есть вон 2 секунды. Все, теперь выбегайте. Здесь карусель, блять. Кто там 10 этого места? Гена. Вот сейчас 10. Не знаю, не обращал внимания, тут он дамаг получает. 10. Ну, сейчас точно 3 должно быть, насколько я помню. Все, уходим. Угу. А вот печка. Он еще, видишь, он еще сейчас адский даст, но там, когда он. Ой, ошеломляющий дает, он откидывает, и поэтому оттуда не выбежать никак. Так, адский. Возвращаемся. И Нёла, давай на ХП. Это Гена руинил все нахуй, видишь, он умер, нахуй, все нормально пошло. 15? Ну, 15, наверное, стоит, но не знаю. Блин. Гламурчен, да, 10? А у меня, кстати, ДБМ просто не показывает, нахуй, не надо игру ребутать. Поэтому хуй знает. Смотрите там, когда... Там новая версия вышла. После этого уходим. После этого, да. Сейчас будет адский. Он не горит, надо обжечь. Ну, покрути его. Вот они этот вдвоем ловят. И там адский сразу, да? И адский сразу. Вот. Ультраприз на ХП. Подходите, первая, вторая.
Так, что там до этой хуйни? Третий успеете, нет? Вроде должны. Еще не обожгли пока. А что, печка? Ну, уходим. Все, да, за спину. Так. Дрянте на хп читай. Подъебало, быстрее, быстрее, быстрее. Первая, вторая. Есть 10, есть. 10 лямов должны додушить. Кринтш. Великая победа Орды. Великая победа хуйни, блять. Кикай нахуй это пиво, я не буду с ним играть. Какое? Гену банаю. Он чё, пиво пьет? Он бухает, блять, постоянно. И чё, но он же не с тобой бухает. А, я понял. Он завидует. Водку или пиво, да. Просто, блядь, кикай его. Ну, просто видишь, что он... Да видишь, он просто не с тобой пьет, поэтому ты завидуешь, обижаешь его. Просто ебанутый. Хорошо. Что там, на замене плюсовать? Да, да, газлон. Да, сейчас ассистов дам, плюс они тебе на замену. Сейчас ИП дадим за ГМХМ и составик подменяем немножко в ТТГ. Нормального человека возьми просто и все. Да, там есть. Возьмем сейчас. Так, это расплю. Не-не-не-не-не, не пыли, не пыли пояс, я возьму. Ну, только на... Только хули вы дрочите, блядь. Так, за 10 мне, мне на мейн. За 10 не вопрос. Кинь еще раз, я пикну. Обмен не кинешь. Хорошо. Там я консул написал наш мод. Ну, печать, печати только остались по 100 гп. Ну, цены снизились. А, на 10 понятно. На Т-10 3 200 кп теперь, ну, который в целом по герба. Ну да, так, теперь везунчики. Скажи, пожалуйста, мне где-то через месяц на печать лутать пробую, да? Пока, ну, пока я вообще сижу, не ракуюсь. Сейчас ТТГ? Всегда 100 жми. Ну да, и придет твоя очередь. Может попадется такой случай, что не надо никому. Берегут ЕП или уже собраны. Хорошо, не вопрос. Пойте пойти. Там ассисты есть у всех. Да, столько плюсов оставили все. Так, а где, где тебя найти-то? Сейчас я релугну игру. Все, кто плюсует в гильдию. Приглашайте пати. Я могу за Вара пойти? Стоп, вообще, а для... кто это плюсует? Один ты сама, ты завтра будешь. Да это все плюсует на это. Мастер, зачем ты кинул?